преподобный Отче наш Варлаам, помяни нас в молитвах своих. Молим Тебя, избави нас от всяких напастей и от всех видимых и невидимых враг. Якода Твоими молитвами святи согрешения наших, оставления получим и вечных благ, сподобимся благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Преподобный Отче наш Варлаам, моли Бога о нас. Чекойские горы, тайга, скалы. От божественной красоты дух захватывает. Там за горой уже начинается Монголия. Недаром Чекойские горы называют Забайкальским Афоном. И не только из-за схожести горного рельефа, но и из-за силы Божьей благодати, которая присутствует здесь, в этом удивительном месте. А когда-то, 2 века назад, здесь была непроходимая тайга, населенная только дикими зверями. Как же должно гореть сердце ко Господу, чтобы немолодой уже человек бросил все, дом, родителей, нелегкий, но все же устроенный быт и ушел от мира навсегда, пешком, без документов, под угрозой неминуемого ареста. Чтобы оказаться в Сибири за 6000 верст от родины, основать монашескую обитель и стать святым. Забайкальский край. Огромная территория, населенная к 18 веку тунгусами, эвенками, бурятами. Православная молитва звучала лишь в редких крохотных поселениях казаков-первопроходцев. На рубеже 18 и 19 веков край был еще духовной пустыней, которую нужно было возделывать неустанным подвигом. После раскола потекли в Сибирь русские старообрядцы семейские. Трудолюбивые и строгие в нравах, они обживались в суровых условиях и твердо держались своей веры. Господь своего избранника ведет на путь спасения, а со стороны человека необходимо проявить согласие
его воли на то, что предлагает ему Господь. Мы, люди, существа ограниченные, порой часто даже не знаем, что нам полезно, что вредно, то Господь уж точно знает, что нам вредно, что полезно, что спасительно. Поэтому Он, соответственно, своему промыслу и, соответственно, возможностям человека устраивает его жизнь и направляет, самое главное, его именно на путь спасения. Ну, что вот мы видим на примере преподобного Варлаама Чепойского. Он согласился с этим жизненным испытанием, увидел волю Божию в ней и стал преподобным. Это был призыв ко спасению, который он расслышал в глубине своего сердца. Случайности в жизни нет и быть не может. Бог-промыслитель правит миром, и каждое обстоятельство имеет высший духовный смысл. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Его арестовали прямо там, куда он стремился всей своей душой, в Киево-Печерской лавре. Ни родители, ни господа Воронцовы, крепостным которых он был, не знали, куда исчез 37-летний Василий Надежин из родного села Моресево Нижегородской губернии. Документов у паломника не оказалось, и его, как бродягу, осудили к ссылке в Сибирь. Зато у него было благословение опытной монахини, игумени Казанского монастыря Елпидифоры, с которой незадолго до того он встречался в Касимове. Старица сразу угадала в нем натуру чистую, трепетную, всем существом стремящуюся к Богу. Перед иконой Казанской Божьей Матери она благословила его на избранный путь и вручила небольшую икону святого пророка Иоанна Предтечи, с которой Василий Федотович потом уже не расставался до конца своих дней. Пример пророка Иоанна, великого аскета и пламенного проповедника, укреплял Василия, и когда он пережил первый арест, и когда 4 года с этапами заключенных добирался до Иркутска. Господь, Он свою волю очень часто через обстоятельства нашей жизни проявляет. Действительно, Он захотел уйти. Может быть, Он хотел спасаться в Киево-Печерском монастыре, в будущей лавре. Но воля Божия относительно Его была, что Он должен был просветить именно вот эти места. А каким образом Его сюда отправить? Ну вот Господь счел нужным вот таким образом проявить свою волю. В 4 года растянулся путь до Иркутска. Будущий отшельник трудился в Вознесенском монастыре у мощей святителя Иннокентия Иркутского. Но уже через месяц определилось его постоянное место – село Малокударинское Урукской волости. И не ведал тогда Василий Надежин, что спустя почти 2 века в селе Малая Кудара местный житель Геннадий Ташихин в одиночку за долгих 9 лет построит храм в его честь. Я хотел 7-главовую церковь сделать, 7 глав. Долго намерялся, и отставлял много лет. Все-таки я буду делать для тех, кто там, для тех, кто будет там, и для тех, кто еще здесь не умер духом. Просить Господа надо заказывать жить дольше, чтобы мне дал, помог. Разрешил, допустил, сподобил доделать, как я мыслю.
На месте своего водворения Василий Надеждин обнаружил тоже стремление к благочестию и уединению от мирских соблазнов. Старался приютиться под сенью храмов Божьих, чтобы здесь беспрепятственно предаваться молитве и работать Богу, пишет архиепископ Милетий. Будущий отшельник трудился в Покровском храме в селе Малая Кудара, в Казанском храме в селе Урлук, в Свято-Троицком соборе в Кяхте. Тогда город назывался Троицко-Савск. Трудился усердно, благочестиво. Служба при церкви давала ему неоценимый опыт, новое знание, но его пламенная душа жаждала уединения. И свои тайные устремления он решил открыть благочестивому священнику Аетию Рассохину. Тот выслушал его и к великой радости Василия не стал отговаривать, а наоборот, благословил на уединение в Чекойских горах. Василию тогда было 46 лет, шел 1820 год. Сложность, наверное, в трудности, потому что необходимо жить какое-то время одному, обеспечивать себя, переживать холодные зимы, и зверье наверняка ходило дикое, и опасности какие-то были. Отшельник – это духовный воин, который выходит сразиться с духами злобы Поднебесной один на один. Он начинает видеть, как он сам влияет на самого себя, на окружающий мир, на происходящее вокруг. Он начинает видеть вот тех нечистых духов, которые, к сожалению, может быть, обрели к себе и место где-то в его сердце или в его душе. Подвижник переживает некий кошмар внутренний. Это прекрасно описано в житиях святых, с чем сталкивается, вплоть до прямого явления духов злобы Поднебесной. Иногда на человека и страшное уныние наваливается. И самая сложная встреча – это встреча с самим собой. Победа над самим собою, стяжание этого духа мирного, духа святого, который впоследствии говорил преподобный Серафим Саровский, это как раз вот и является той самой главной задачей, которую ищет человек в уединении, в монашеском уединении, в уединении с Богом. В течение 5 лет он пребывал в посте, в молитве, и пройдя через эти испытания, он достигает таких духовных высот, которые недоступны для простых смертных. Когда человека призывает божественная благодать, когда он испытывает особую духовную радость, особое присутствие Божие, находясь в таком месте, когда он подвизается, когда он молится, непрестанно молится за весь мир, тогда человеку все эти трудности, знаете, они не трудны. И думаю, что преподобный здесь стяжал свою святость, вот, и недаром он сотворил столько подвигов. Он приобрел определенные духовные силы, благодаря которым он и совершил свои дальнейшие миссионерские труды. Горы и леса, обиталище диких зверей, змей и всяких гадов. В лице такого отшельника впервые огласились здесь хвалами трипостасному Богу. Подвиг дотоле здесь неслыханный и невиданный. Архиепископ Милетий Якимов. Вот, первым делом отшельник поставил крест и срубил келью. Здесь наконец он мог спокойно предаться молитве, подвигу поста и богомыслию. «Радуюсь о вас Духом Господним», напишет позже игумени Елпидифора. «И прошу Всевышнюю Десницу, дабы благодать Его была с вами неотступна и укрепила бы вас на сем месте недвижимо на рассеянии плевел дьявольских». В
пять лет усердной молитвы, тяжкого духовного восхождения и полной безвестности. Потом потянулись к подвижнику люди, кто за духовным советом, кто за исцелением, а некоторые, в основном это были одинокие престарелые крестьяне, поселенцы и бывшие служивые, оставались насовсем, подвязались в трудах и молитве. Слухи о таежном отшельнике всполошили земскую полицию. Но новый арест оказался лишь на пользу. Обыски ничего не дали, а многочисленные ходатайства жителей Кяхты за опального пустынника заставили власти передать дело на рассмотрение епархиальному начальству. Преосвященный Михаил Бурдуков, епископ Иркутский, признал в нем истинного православного подвижника, строгого ревнителя устава в церкви. Как воздух нужны были здесь, в Забайкальской глубинке, такие опытные и надежные просветители, которые смогли бы донести Слово Божие иноверцам и язычникам, населявшим край. Со слезами радости и благодарности отозвался отшельник на предложение епископа принять монашеский постриг. Такой человек был полезен и нужен для отдаленного и дикого края. Скит, возникший в Чикойских горах, показался не только уместным, но как бы предуказанным свыше. Архиепископ Милетий, Якимов. Постриг. Великое таинство смерти и рождения. В постриге духовно погребается один человек и рождается другой, поэтому и меняется имя. Не человек избирает себе путь монашеский, но сам Господь избирает себе духовного воина и возводит его в чин ангельский. Отсечение волос – это отсечение своей воли и полное до смерти предание себя воле Божией. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое!» Словами Давида с трепетом и слезами взывала душа пустынника, когда игумен Селенгинского монастыря Израиль совершал постриг. Не было в этом мире ничего более желанного для будущего инока, чем дух любви Божией, ради которого он, еще не будучи монахом, жил в постничестве, целомудрии, нестяжании, терпел скорби. Октября 1828 года пустынник Василий стал монахом Варлаамом. А через два года на Благовещение в Иркутске его уже рукоположили в сан священника. На отца Варлаама возложили труды по просвещению местного населения – бурят, монголов и старообрядцев, а также устройство монастыря, возведение храма и заботу о братии. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все приложится вам». Евангелие от Матфея. Крутые склоны, переходящие порой в отвесные скалы. Высота 1400 метров. Ни людей, ни дорог, ни средств из братьев, только 9 стариков. Вот как в таких условиях строить храм? Братья моя, пламенная молитва пустынника уже совсем скоро дала свои плоды. Словно сами собой появились благодетели. Часовню перестроили в храм. Вырос двухэтажный настоятельский корпус.
через 10 лет в монастыре было уже 2 храма. Невозможное человеком, возможно, Богу. Архиерейская дорога. А это камни бывших монастырских ворот, которые помнят прикосновение рук еще тех первых строителей, которые 2 века назад строили святую обитель. Фундамент и стены выкладывались вот точно такой вот бутовой кладкой. Крупные камни заливались глиняным раствором, строили как на Афоне. Возле скалы выдалбливалась площадка и пристраивалась к крутому горному склону. А между строениями прокладывались дорожки, лестницы, галереи. Со временем Священный Синод утвердил Чекойский монастырь в статусе заштатного и выделил 3000 рублей на строительство нового соборного храма. А в Московских ведомостях появилась статья, благодаря которой о далеком монастыре в Забайкалье узнали жители всей России. Помощь на строительство храма потекла из Москвы, Полтавы, Тамбова, Тулы, Нижнего Новгорода, Астрахани, Иркутска, Кяхты. От царского двора была пожалована икона Спасителя. Второй большой храм обители освятили в честь Иоанна Предтечи. В нем были пределы скорбящей Божьей Матери и святителя Иннокентия Иркутского, а этажом ниже располагался предел апостола и евангелиста Матфея. Старую церковь перестроили, обновили и освятили в честь иконы Пресвятой Богородицы, споручница грешных. Этому образу суждено будет сыграть особую роль в жизни обители. То, что невозможно человеку, только Богу возможно. Люди, конечно, с великой верой могли такое здесь сотворить, такое чудо православное, такое обители. Потому что со слова горы ворочали. Не было никакой ни электрической, ни механической техники, такой, скажем так, да, все вручную. Вот, как это нужно все было делать с терпением. Людей как было терпение, старание, такое, трудолюбие, ну, нравственность, конечно. Вот, все это сочеталось. И входила в гармонию вот этого всего этого обители. Церковь, врата ада ее не одолеют. Как бы не разрушали, а все равно она благодать, она не разрушится ни под какими там танками, отбойными молотками, тракторами. Если Господь благословил это место, вот оно благодать, будет называться благодатным местом.
Отец Варлаам нисколько не сомневался в том, что родничок с кристально чистой водой здесь, в горах, это дар и благословение Божие. Вот этой водичкой он поил приходящих сюда больных, окроплял паломников, исцелял. А когда обитель разрослась, монахи вырыли около 30 колодцев. Вода сохранялась зимой и летом. Даже в 50-градусный мороз она не замерзала. А в некоторых колодцах вода была особая, с известково-белесым оттенком. И шла молва, что обладает эта вода уникальными целебными свойствами. И сейчас паломники запасаются ею впрок. Многие приходили к преподобному с просьбой покрестить, освятить, отпеть, обращались за исцелениями, за советом в житейских скорбях. Знали, добрый пастырь никому не откажет. За высокий подвиг подвижничества и самоотвержения даже закоренелые, недоверчивые староверы прониклись глубоким уважением к старцу. Даже отдавали своих детей в миссионерское училище, которое было организовано при монастыре еще задолго до указа Священного Синода, который предписывал открывать повсюду учебные заведения для старообрядческих и поселенских семей. Старец сей честен, трезв, нестяжателен. Для спасения умирающего жертвует покоем и собою. За беспрекословное и немедленное исполнение требований жителей к совершению святых таинств над нуждающимися он многих расположил к себе особенную любовью. И через такую благорасположенность спас многих из малых и взрослых. Из отзыва епархиального начальства. Та духовная сила, которая в нем обитала непосредственно, вот именно она притягивала людей, как вот мотыльки тянутся к свету, так и люди, обремененные грехами, страстями, недоумениями, они тянулись на этот вот духовный светильник, который видели в лице преподобного Варлаама. И Господь об этом нам в Евангелии говорит: «Не может град укрытись вверху горы стоя». То есть если уж ты стяжал духовную силу, то ты все равно не скроешься от людей. Господь сделает так, что именно через тебя люди будут получать слово назидания, слово утешения и будут получать исцеление своим душам. Терпением наставлял отец Варлаам своих юных и взрослых чад. В окрестных селах появилось несколько единоверческих церквей, где одновременно молились и православные, и старообрядцы. Вот и эта церковь Ильи Пророка. Здесь, в начале 19 века, старообрядцы и православные стояли плечом к плечу. Здесь врачевалась кровоточащая рана раскола русской церкви. Thank you.
московский святитель митрополит Филарет горячо ратовал за пресечение раскола в Чекое. И в 1842 году он даже прислал для одной из сельских единоверческих церквей Нижненарымской Покровской церкви древние священные сосуды. Архиепископ Милетий писал: «Успех единоверия по Чекою был блистательный. В 1842 году Архангельский единоверческий приход состоял уже из 11 селений, в коих было по 60, по 100 и более дворов. Кроме того, единоверие водворялось в Куналейской, Тарбагатайской и в Мухошебирской властях». Когда Преосвященный Нил прибыл в Чекойскую обитель в 1839 году, то сюда явились и воссоединенные с церковью чада. То было истинное торжество православия, просиявшее в Чекойских горах. Всего трудами старца к истинной вере было обращено более 5000 душ. Семена, посеянные святым Варлаамом, дали богатые плоды. Внуки тех самых староверов сегодня строят православные храмы, возрождают святые обители. Почему ему так удалась проповедь православия здесь? Люди увидели от него любовь. Когда у них, у этих людей спрашивали, почему вы перешли из раскола в православие, а это был очень непростой шаг признать ошибочность своей предыдущей жизни. И когда у них спрашивали, почему это сделали, чем? Любовью. Он помогал всем, независимо от их религиозных убеждений, статуса, положения. Если он видел человека, что человек нуждается в помощи, он ему помогал. Вот вся его проповедь, проповедь любви, деятельной любви. Любовь. Только она может очищать и исцелять человеческие сердца, побеждать зло, ненависть, распри. Любовь отца Варлаама обильно изливалась на каждого, с кем он общался. Люди чувствовали удивительную радость и всей душой тянулись к этому смиренному, доброму и мудрому старцу. По молитвам преподобного Варлаама Господь исцелял тяжело больных, вразумлял заблудших. Епископ Милетий описывает случай чудесного исцеления душевнобольной Кубунши Бохиной. 62-летняя бурятка из Урлука сама явилась в скит к старцу, чтобы креститься. Отец Варлаам сделал ей должное внушение о православной вере. И как только совершилось святое крещение, она тотчас пришла в совершенный разум. И уже не сумасшедшая Кубун, а православная христианка Анастасия вернулась к детям и мужу в Урлукскую слободу. Прошло почти 200 лет, но и сегодня совершается немало случаев чудесной помощи преподобного Варлаама. Забайкалье. И вот в этом году у нас начал молебен проходить по воскресеньям с посланием дождя. И вот такие чудеса у нас происходят. Я даже вот сама удивилась, была в таком приятном шоке, что дожди у нас все лето поливали, и мы хоть спокойно жили и дышали. Я дал обещание обет Богу, если ребенок родится, то я назову имя Варлаам. Сын Варлаам родился по молитвам святого преподобного Варлаама Чекойского сразу на следующий год, в 2003 году. Мы молились на прославление мощей 18 октября, и вскоре я забеременела. Были проблемы с деторождением. Я родила ребенка, мне было 36 лет. Я курил 18 лет и помногу курил. Вот, и я просто не стал курить. Не ставил себе такую задачу, не просил об этом Варлаама нашего.
Вот. А просто потом не захотел курить. Я искала, наверное, свое счастье тогда, вот 7-8 лет назад. И вот когда я сходила сюда, и в этот же год я обрела своего мужа, как бы свою семью. Мы стараемся семьей своей ездить в монастырь с ночевой. И такое чудо произошло, что где-то в 4-5 часов вечера мы слышали все колокольный звон и потом песнопение. Война рождает героев, а беды являют великих и святых. Святитель Филарет Московский. Монашество не бывает безоблачным. Это тяжкий и тернистый путь. Через горнило физических скорбей и духовных искушений провел Господь и преподобного Варлаама. Отшельники надевали на себя тяжелые вериги для смирения плоти, а чекойский подвижник носил вот эту кольчугу. Она весит около 10 килограммов и, по преданию, дважды спасала жизнь преподобному. Однажды старец исцелил ребенка, которого не могла вылечить шаманка. От гнева она накинулась на отшельника с ножом. Лезвие скользнуло по кольчуге, и старец остался невредим. Был случай, когда в монаха стреляли. Кольчуга, хотя и пропустила пулю, все же сдержала ее напор, и отец Варлаам выжил. Вы описываете, что было вам искушение от ненавистного врага. Бог все сие посылает для прославления своего пресвятаго имени. Но и вперед будут вам искушения и кресты. Пророчески писала отшельнику Варлааму игуменья Елпидифора. Все архипастыри, которые возглавляли Забайкальскую епархию при жизни преподобного Варлаама, Михаил, Ириней, Милети, Иннокентий и особенно Преосвященный Нил, любили Чекойскую обитель, согревали ее своим вниманием и оказывали неизменное покровительство ее основателю. Спустя почти 200 лет и современные архиереи, меняясь на кафедре Читинской епархии, оказывали особое внимание разрушенному монастырю и старались внести свою лепту в его возрождение. Владыка Иннокентий Васильев привлек внимание общественности к святому месту и составил прошение в Священный Синод об обретении мощей преподобного. Епископ Иннокентий нас свозил на место, где был монастырь Уржукский, и открыл нам и сам монастырь, и значение этого монастыря, и, конечно, подвижническую фигуру самого преподобного Варлаама Чекойского. Фактически за 100 лет первый раз епископ прибыл на монастырь. Состоялся такой крестный ход. Крест был установлен, поклонный крест в Красном Чекое, а там, на развалинах монастыря, вот была совершена лития.
как только началась лития, откуда-то налетели бабочки, причем разные формы, разные красоты. То есть это для нас было настоящее чудо. А потом разразился гром, был Ильин день, и вот на фоне этого огромного синего неба малюсенькая тучечка, и 10 минут с громом, ужасным таким, сильным громом, шел дождь. Это тоже было как маленькое чудо, как ответ неба вот на литию. Владыка Евстафий, возглавивший Забайкальскую епархию в 2000 году, возродил традицию крестного хода и, по благословению Святейшего Синода, организовал обретение мощей преподобного. Тело его по отпетии предано было земле против алтарного окна с южной стороны предела Божьей Матери, сообщает в записках архиепископ Милетий Рязанский. Именно по этому свидетельству и удалось через 156 лет обрести нетленные мощи преподобного Варлаама. Чувствовалось вот такое общее, особое настроение, особое состояние, ожидание чего-то необычного, соприкосновения со святостью, с Богом через преподобного Варлаама Чиковского. Преподобный Отче наш Варлаамий, моли Бога о нас. Преподобный Отче наш Варлаамий. Это не было обычным торжеством, это была сопричастность к такому особому деланию. В 2002 году, сразу после обретения, мощи были доставлены в Читинский Свято-Воскресенский храм. А с 2004 года они покоятся в Казанском кафедральном соборе Забайкальской столицы. После обретения мощей местные жители заговорили о необходимости восстановления монастыря. Что-то до конца недостижимое вдохновляло и подталкивало людей. В нелегкие для села времена, начало 2000-х, постепенно на месте бывшей монастырской обители появился поклонный крест и первые небольшие постройки. Богу же приходишь, видимо, постепенно, я так думаю. И вот начинаешь задумываться, надо часовню строить. Ну как будем строить, ни копейки денег, ничего нет, представляете? Она мне ночью приснилась. Сейчас, подожди. Ну заехали туда, значит, инструменты все завезли. Первый венец положили. Вот представляете, не было ничего. Вот такой фонтан ударило. И бьет, и бежит туда вниз. Я говорю, поглядите, Варлаам нас как встречает. Часовня поднимается, а он меньше, 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 меньше. И вот последний день, надо домой набрать воды. Ну все, пойдем к колодцу. Подошли, вообще сухо. Вот, это же Варлаам нас приветствовал. 13 лет православные люди Забайкалья молились, чтобы на месте разрушенного монастыря возобновилась духовная жизнь. В 2015 году на территории обители по благословению владыки Владимира создано архиерейское подворье, куда были направлены первые постоянные насельники во главе с иеромонахом Евстафием. Лет назад, тогда еще не был ни монахом, был мирским человеком, помогал служить на приходе. Знакомый батюшка мне дал статью, что вот в Чикойских горах был монастырь,
И меня так тронуло так глубоко. Через 15 почти лет оказался в этом монастыре. И для меня это была такая радость. То, что искал, скажем, в жизни, то я и нашел. Чикойский монастырь – это духовный родник, питающий православных забайкальцев. Поэтому так важно восстановить здесь храм Божий, чтобы возобновилась полноценная литургическая духовная жизнь, чтобы вновь забилось сердце монашеской обители. Главное не своевольничать, чтобы было все с благословения. Постепенно Господь все будет управлять. Здесь главное вера в Бога, что если воля Божия будет, она само собой все будет. Тише едешь, дальше будешь. Вот. И главное, если есть искушение, то хорошо, что оно тяжело идет строительство. Значит, воля Божия есть. Если было бы все гладко, хорошо, если воли Божией не было. В 72 года отец Варлаам, превозмогая крайний упадок сил, январскими морозными днями отправился в миссионерскую поездку по Урлыкской волости. Шел 1846 год. Это было скорее прощание с паствой. По возвращении в святую обитель старец приобщился святых христовых таинств и мирно отошел ко Господу. Один из благотворителей, почитатель старца Яков Немчинов, сделал чугунную надгробную плиту, на которой отобразил главные этапы жизни святого. Сохранился лишь вот этот обломок уникальной плиты. В лике святых преподобный Варлаам был прославлен почти через полтора века, в 1984 году. После кончины старца Чикойская обитель на протяжении еще 80 лет оставалась духовным центром Таежного края. Преподобный незримо укреплял и наставлял немногочисленную братью. Тяхтинские купцы тоже не оставляли обитель, жертвовали немалые деньги на благоустройство. А однажды подарили список с чудотворной иконы с поручницы грешных. Образ споручницы прославился в Орловской губернии в 1843 году удивительными исцелениями, в том числе во время эпидемии холеры. Первый список с этой иконы пребывал в Москве. Второй чудесным образом появился за Байкалом в городе Кяхта. «Есть множество случаев, которых ум человеческий не может постигнуть», – писал московский полковник Дмитрий Бонческу. «Было мне видение во сне – передать копию с чудотворной иконы споручницы грешных в Троицкий собор. Я видел огненный столб над сим храмом, простершийся от купола храмового до небес. И был мне глаз отстоящего близ меня черница, чтоб икону споручницы грешных я внес
в храм этот. Я спросил, что это за храм. И в ответ мне было: Троице-Савский собор. Полковник впервые слышал и о городе, и о соборе, но, разузнав все, исполнил наставление. Так чудотворный список с поручницей грешных оказался в кяхте. Теперь ежегодно святыня неизменно идет во главе крестного хода. Традиция его зародилась в далеком 1865 году, через 20 лет после упокоения святого Варлаама. Молитвы перед образом споручницы являли в Забайкалье настолько много чудес исцелений, что кяхтинский купец Яков Немчинов специально для Чекойской обители сделал список чудотворной иконы. Образ торжественно пронесли к монастырю Варлаама Чекойского крестным ходом. Тогда даже никто и предположить не мог, что крестный ход станет многолетней благочестивой традицией. Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. И Твое сохраняет Христом Твоим жительством. Ой, дед там жил такой шкалик. По прозвищу он заставлял. Ну, атеизм был же, нельзя было о Боге ничего говорить. А долго дождя не было, и вот он свою мать Меланию наказывал: соберитесь кратче, через зеленое поле, вот там, тут ты увидит председатель колхоза, председатель сельсовета, вы кратче сходите, помолитесь. И вот как бы почти всегда молились, и после споручницы начинались дожди. Живыми и мертвыми обладая, воскресы из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, ижего святых, отца нашего преподобного Варлаама, пустынника Чекойского и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Сегодня паломников больше тысячи. Из Кяхты, Петровско-Забайкальского, Улан-Удэ, Читы и даже из-за границы. Какая-то мощная сила влечет людей к этому благодатному месту, напитаться неземной радостью, которую чувствует здесь каждый паломник. Сердце радость действительно есть. Если год пропустил, не ходил, вот чувствую, что начинает что-то такое накапливаться, нужно обязательно идти. Силы какие-то вот сюда, даже не пришел кое-как, доехал, меня сюда довезли, я ехал там, этому УАЗике, вот так, думал, все. Здесь походил, поснимал, пообщался, что-то там камешек потрогал, и все, и хорошо внутри. Дождик еще, вот молебен когда был. Кстати, каждый год, когда идет молебен, дождик капает. Это же не просто так. Сегодня было очень хорошо идти. Я не знаю, такое было вот переполнение, не знаю чего, дыхание. Но просто и дышать было легко, и идти легко, и мы даже не заметили, как сюда пришли. Смотришь, картина мрачноватой погоды, да, а когда видишь крестный ход, и они, люди, приехавшие там, паломники, они в этой радости, знаете, в какой-то благодати. И кругом вот эту слякоть не замечают. И эти трудности, они воспринимаются с легкостью, с радостью, потому что, ну, сегодня вот это Господь нам послал испытание. В прошлом году вот это была саранча, когда мы стряхивали себя вот этих вот поедающих все и вся кузнечиков. На фоне обывы такая же вот есть красота, такие же горы, вот. Такое же духовное состояние здесь, такая же благодать. Ну вот, потому что святой преподобный наш Варлаам это место намолил, и братья, которые были с ним. Вот, и благодать отсюда, конечно, и ушла. Я так шел крестным ходом, думаю, если бы Россия вот так поднялась, как вот мы поднимаемся раз в году на крестный ход, то нас бы вообще никто не взял. А без веры это Россия, ну, что дом без фундамента, что тут говорить.
25 лет монашеского подвига, покаяния, пламенной молитвы, самоотверженного служения людям. Благодаря божественной искре в сердце одного человека укрепилась, разгорелась яркая соборная свеча Божьей благодати. Здесь, в далеком Забайкале, на пространстве некогда духовной пустыни образовался духовный форпост, где господствует невидимая, неискоренимая сила Божьей благодати. Припояшеня, Господи, силу Твою, свыше на вся враги видимая и невидимая, и буди ми покров и заступление. Сторожит там на небесах, и монастырь в горах стоит, и молится монах, и благодати Божьей осветила храм. Пред крестом монах взывал, и русский люд к смирению призывал, и веру, уходя, оставил нам. Вот.